Ми вже розповіли про початок твоєї творчості, ну а зараз ми нарешті побачимо чудові картини Ксенії Доброчинської. Так, живопис сприяє цьому. Конечно, но для меня лично живопись это медитация. Я пишу всегда при письме, достигаю медитативного состояния. То есть я не акцентирую внимание, что получится в итоге, что получится в конце. А для меня процесс, ну, важным фактором является сам процесс письма. Я, ну, от балдею от процесса письма. Так що медитація, які малюєш в цьому настрою, то, мабуть, твої картини, вони несуть якусь енергію. Конечно, любая картина абсолютно любого художника несет енергетику и излучаются мысли, с которыми она была написана, поэтому для меня очень важно писать в позитивном таком настрое картины, работы. Я это тоже очень заметила. И, ну, случались ситуации, когда на выставке не мои, даже на выставке других художников приходили люди с экстрасенсорными способностями и говорили, какие картины на что могут положительно повлиять относительно здоровья. Вот, то есть картины лечат, и вот говоря о арт-терапии, да, о цветолечении, ну, можно этим заниматься. Ну, дивовижна дівчина сьогодні в нашій студії. Запам'ятовуйте її, я Ксенія Доброчинська, її картини лікують людей. Є в нас вже були виставки в Запоріжжі, так? Да. В Запоріжжі було дві персональні виставки, а остальні виставки були совместні. Ну і хочеться розширятися, є плани виходу із України в Європу. От зимою я планую виставку в Прибалтиці. На Рождество якраз підбираю тематику, зараз працюю над нею. Дуже цікаво. Ну і ще один напрямок в твоїй творчості. Ти малюєш картини за допомогою кави, чаю і ще вина. Зараз подивимося на ці картини і будемо їх коментувати. Ну, потім я почала рисувати спонтанно. Тоже переповняли емоції, а не було рядом матеріалу. Увидела банку с кофе, меня осенило, что его тоже можно использовать как материал, и после этого я начала писать кофе. Какой кофе выкористовываешь? Абсолютно, какая стоит на столе. То есть абсолютно это не разница. Натуральный кофе. Да, растворимый кофе. Это работа уже вино. Значит так. Да, в этом году на своей выставке я представляла работы вином. Я подумала, если можно писать кофе, то можно писать и вином. Вообще всем, что оставляет след на бумаге. У меня в основном эта серия получается работ анималистики.
Не знаю даже почему, но вот так случилось. Хочеться аплодувати твоїм роботам. Просто аплодувати акторам, співакам, а сьогодні ми будемо аплодувати художниці. Знаєш, що багато сьогодні художників, вони перетворюються на фотографів, на фотомиці. Вони кажуть, що це дуже легко. Прийшов, сфотографував і картина вже готова. Ти не хочеш, не виникало бажання стати фотографом і швидко створювати картини? Я склоняюсь к тому, що фотографи, вони запечатляють моменти життя. А художник, он не запечатляет момент, он запечатляет свои эмоции относительно этого момента. Угу. Поэтому очень как бы, живопись мне больше нравится тем, что даже если что-то в натуре мешает, его можно всегда убрать. Как бы, у фотографов это сложнее. Сложнее стоит задача, когда есть натура, ее нужно сфотографировать, но там что-то мешает, потом нужно использовать какие-то программы. Фотографиям не хотелось увлекаться, но я решила не распыляться, потому что я уже увидела свое призвание, выбрала свой путь и решила, что меня это очень радует, я очень счастлива относительно живописи, поэтому нет смысла заниматься чем-то другим. Так, что изменится? Живопись вплывает на твое життя? Чи твое життя вплывает на живопись? Мне кажется, живопись влияет на мою жизнь, конечно, да. Я пишу каждый день. Стараюсь, по крайней мере, писать каждый день, я без этого уже не могу жить. Это как, ну вот, когда что-то пробуешь очень вкусное, и потом не можешь от этого отказаться. Mm-hmm. Вот для меня живопись то же самое. Я один раз это попробовала, я уже никогда не смогла от этого отказаться. Так, мені наостанок, на вулиці вже жовтень, на вулиці осінь. Що для тебе значить цей час? Осінь очень вдохновляет своими красками, яркостью. Поэтому я думаю, будут новые работы, осенние тематики. Ну и хочется телезрителям тоже пожелать и добрых красочных сюжетов, и ярких красок в их жизни. А мы дуже вдячні за те, що ти прийшла до нас на програму «Наша час» для ранкового ефіру. Хочу нагадати всім глядачам, що в нашій студії ми спілкувалися з художницею Ксенією Доброчинською, яка створює дивовижні картини.